Hand me a banana. Hand me top. No. Rail. Yeah. Hand me top. Mega to four. One top. Okay, one LG. Who's that? Galena, top. Rail. Okay. Let's spawn, I need rivaled. Top behind you. He's with heavy. 5 minute warning. He needs light armor, he's stacked. Galena, on rail jump other top. Top, 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 top. Yeah. I've got 35, they both go on rail. He's railed. Run away. Top. Mega 57. Yeah. Teams are tied. What did I do? Go on rocket. I'm here alone at heavy. We took it. Next server. I'm on the rail at heavy. Okay. Both dead. I'm very weak. Clear passive. Mega 57. Both dead on rail. One is there. Rail. Mega up. Have you dropped down on me? Boss squad area, they cheating, boss top. I will take heavy, next 44. I'm just running away. Boss, there's totem on nail exit. Rail next, I mean mega. They both go from OG. Mega now. Galena got it. He's railed once. Oh, she didn't take it. Okay. Okay, got it. Next 8. He's still bottom. Yeah, heavy now. He's on rail. Heavy at 17. Boss rail. Yeah. Teams are tied. Lead taken. Teams are tied. One top. Up on the floor. Go from OG. Vision Relic. Алло. Алло, привет, ребят. Ой, привет, Impossible. О, Декстер Мустанг 96. Все good. Рад тебя видеть. Новый ник или я тебя просто давно не видел? Привет, Impossible. Сейчас, пацаны, я доем. Мне тут немножко порошка с изюмом осталось. Смотрим пока на тренировку команды, на которой мы поставим бабки на квейконе. Новую поставить, точнее. Иначе я вас забаню. Вот, так что надо будет скинуть мне на Яндекс кошелек. На что там сейчас? На Киви. На Киви бабло. Я ставлю на охрану с сайленсером. Вот, и когда они берут топ-1, то... Я говорю им спасибо. One top tribal. Бабло я вам, конечно, не верну. Здорово, кувалда. Паш, прикинь, окучивал... One more top. Окучивал даму неделю, а у нее парень. Это все равно, что... Вспахивать огород неделю. А потом понять, что это... Мертвая земля из лавы. Из нее ничего не вырастет. Такая же окучка. Слушай, вообще неделю, я тебя умоляю, если бы ты знал мою историю, настоящую, когда-нибудь я вам ее расскажу, когда напьюсь на свадьбе, сколько я окучивал даму, чтобы примерно понимать, у меня окучивание, периодичное окучивание, иногда такое хардкорное, иногда пассивное очень окучивание, такие перерывное окучивание происходило. На протяжении... Так, мы посчитаем. 17 лет, я не шучу.
Со второго класса. Окучивание, чтоб ты понимал. Ну, примерно, плюс-минус 17, я точно не посчитал. Точно больше 15. Привет, антихеро. Спасибо. Жизнь хороша. Особенно, когда ты жрешь на стриме и смотришь на Димана. Silent Seven, которые сейчас выиграют. Если они выиграют, конечно. У тебя как дела? Че нового? Сельские тёлки. Это вообще, мне кажется, сельская тёлка может тебя убить случайно, если ты как-то её разгневаешь. Просто тебя ударит тыльной стороной руки, и ты сложишь всё к фанере. И она потом же тебя и похоронит в гробу, который сама может сделать собственными руками. Мне кажется, она 200-е гвозди кулаком может забить. Такие сельские жизни женщины. Сама сделает гроб, сама забьет гвозди и закинет в яму. Ой, чё. Ну чё, пацаны, у нас сегодня по плану спасение Цири. Я позвал всех братанов, которых мог. Fuck, I got silver damage. А это Роше. Любимая моя конфета. Сумасшедший со Скеллиги один. Золотом. И кто-то еще. А, и друид, по-моему, да? Или нет? По-моему, друид, да. Так что сейчас еще немножко я покушаю, логинимся, плывем на остров, спасаем Цири и воюем. Надеюсь, сегодня мы успеем какую-нибудь мощную арку закрыть за там за час, за полтора. Кувалду окучила сельская тёлка. Нифига себе, когда тебя окучивает сельская женщина, у нее 100% шанс успеха. Ты не можешь не окучиться. Что там такой напор, наверное. У тебя нет выбора. Даже если ты как-то не земля не плодородная абсолютно, то она из тебя сделает чернозем. Здорово, Тим, блин. Джина, удачно. Конечно, это же давно было. Удачно словил, сознался Йеннифер в любви, потом пошел сознаваться Трикс в любви, не получилось, она уехала. Ну, один из двух, это не так уж и плохо. Хрон сейчас чекает мой стрим, а я чекаю его стрим. Но я этого не знаю, но на всякий случай, Диман, если ты там типа альтабнулся, посмотреть, что на Твиче, ну вот то здорово. Мы можем общаться с тобой через стримы. Не, вряд ли он чекает. Все, я почти доел. Последний этот. Спасибо. Спасибо за приятного аппетита. Когда пьяный был после выпускного, познакомился с тёлкой. Был пьяный в щи, как и сейчас, видимо. У него предложение. Думал норм. Думал норм. Мне кажется, все так ошибались. Предложение вот это, где есть словосочетание, но я думал, она норм. Но она была не очень с каждым разом, когда я встречался с ней, плюс очень ебанутая. То есть она деградировала с тобой. Так может проблема в тебе, Кувалда? Может проблема в тебе? Как ты думаешь? Чё ты сразу на неё гонишь? Я незамутнённым взглядом смотрю лишь факты из твоего абзаца, и я вижу, что с каждым разом, когда она с тобой встречалась, она была с каждым разом все больше и больше не очень. Возможно, проблема все-таки не в ней. Ой, герои пошли. Ладно, привет, Вик. Убираем классную табличку, жру. А что у меня тут еще есть? О, это для Квейка. Это я помню, когда мы Квейкон смотрели, по-моему.
Еще у меня есть Диман. Таблица для серьезного геймплея, где просто ничего не видно, кроме лица. А это что? Лейаут. Это захват экрана. Ой, извините. От окна. Жру. Это все. Ладно. Спасибо за отличное вступление. Пора переходить к самому главному. Ой, в поле спят мотыльки. Устик, добрый вечер. Добрый вечер. Еще по поводу отношений. У меня моя бывшая тёлка 9 из 10 ориентировочно предложила стать ее любовником. У нее, правда, прицеп есть. Прицеп, хз, чё, прицеп... Ой. Настоящий? Типа там от Жигуля прицеп, и для тебя это табу, типа, о, бля, не. Если не прицепись, то там по-любому еще гараж. Ох уж эти женщины с автомобильными прицепами. Невозможно с ними жить. Прицеп в виде парня или прицеп в виде подкидыша? Естественно. Моя однажды... моя... А, и муж... Понял, все, не дочитал. Тогда все ясно. Прицеп и муж, и, видимо, еще какая-нибудь машина на нее оформлена, тоже говенная. А мне однажды одна девушка из родного города написала, как раз я тогда служил. Списывались всю норму, словом, за слово хуем по столу началась... Что? Неожиданная вставка. Знаешь, тут все повернулось. Списывали всю норму, и тут она бьет хуем по столу. И я понял, что попал. Начала скидывать свои интимные фотки. Слушай, когда скидывают интимные фотки, я бы очень насторожился. Я бы очень сильно задумался насчет, во-первых, ну, порядочности девахи, которая скидывает тебе свою обнаженку. Если вы, конечно, друг друга не знаете, там 20 лет, и все к этому не шло, и у вас там огромный, знаешь, багаж отношений. Но просто так, типа, из-за того, что у нас родного города, это очень странно. Ладно, тем не менее. Скидывать свои интимные фотки начала и писать всякие непристойности. А я ее зарепортил ВКонтакте, ее забанили нахрен. А я на службе. Она, видимо, специально это делала. Так 3 месяца переписывались, она написала, как меня трахнет, т.д. Блин, ну это мужик оказался. Я уверен, что это, короче, над тобой стебался твой мичман. Это по-любому мичман в Тиндере сидит. Увидел, что ты там, типа, ну, тоже захаживаешь, притворился твоей какой-нибудь одноклассницей. Так 3 месяца переписывались, т.д. За свой отпуск я дрался, как лев. За свой отпуск я дрался как лев и сразу домой. Встречаюсь с ней, она жмется и облизывается, потом говорит, ты от меня хочешь только одного. Если это правда, то тебе очень повезло на самом деле. Что ты вообще ничего с ней не заимел, потому что у тебя были бы потом большие проблемы. Это какая-то абсолютно сумасшедшая баба. Ты даже не представляешь, насколько тебе повезло. Блин, у меня микрофон выпадает. Ты даже реально представиться не можешь. Привет, Пэйшен Бой, еще раз. Че ты целый день стримы смотрел? По Квейку. Ну, сегодня у нас Цири, все. Тут, все, карнавали бабищу. Если есть возможность, я бы быстренько бухнул тут чего-нибудь где-нибудь. Кстати, тут же где-то можно было что-то купить, по-моему. Нихера она намалевает. Это у нее синяки такие набили, воины, за плохой танец, или это она так накрасилась? На скельге, я думаю, есть игра, типа, ударь бабу за плохой танец. А их тут даже 2. Ну-ка. Надо на это посмотреть. Та, что слева, по-моему, побеждает в этой игре, потому что я не вижу на ней ни одного синяка. На цвет окучивания, да, это обычная история. Просто с моей любовью мы познакомились во 2-м классе. Но после 2-го класса наши пути разошлись, а потом сошлись, разошлись, сошлись и разошлись. А потом сошлись окончательно. Вот и вся история.
Ну ладно, травы нашел. Можно и сесть в лодку. Вот это классное описание, кстати, мне нравится. Такая настоящая, знаете, саспенс-подготовка. Сядь в лодку, падла. Прошу прощения. Даже не хочется с вечеринги этой уходить. Такая довольно прикольная. Мне. Да здравствует королева Керис. Работа из дома эту неделю. Кайф. Я тебе, кстати, уважуха. Сам часто работаю из дома. В скобочках почти всегда. Вначале было тяжело, кстати, перестроиться, но теперь мне очень нравится. Если нормально все с дисциплиной, кайф. Если не очень, то вы будете страдать. Реально страдать. Кто-нибудь будет через костер прыгать? Сидите в других местах. Вечеринки в каменных сердцах просто вышка. Блин, мне придется тогда... Это я, да? Меня наконец-то никто не унижает и не спрашивает, нахера мне два меча? И везде ли у меня белые волосы, и что я там какой-то творожок, и меня помяли? Теперь все знают, что я убийца великанов. И вправду легенды не лгу. С этого ракурса похоже, что они жарят какой-то портфель огромный. Реально жаль уходить, тут довольно весело. Вечеринка на склоне горы, на вершине горы, точнее, это довольно классно. Хорошо, что все так вышло. На островах нет никакого достойнее трона. О, вот здесь-то я и хотел что-нибудь принять. Милостивая Фрея, мать наша. Блин, вот с этими у меня проблемы. Я постараюсь, знаете, незаметно подойти. Как бы конфликт, может быть... Чего ты здесь ищешь? Помириться хочу. Прямо к реальной жизни. Картина, когда на меня женщины молятся. Реально очень реалистичная игра. Но всему приходит конец, и нам пора садиться на лошадь и ехать. Это сделать невозможно. А почему? Гвиндой? Не могу почему-то вызвать плоту. Тут что-то чисто это надо идти. Так, сесть в лодку, в любую, я так понимаю. Тогда поехали фаст-тревелом до этого. Фрея, дай мне силу. Ай! Милостивая Фрея, мать наша. Мать твоя. Где фаст-тревел-то? Дуб. Еще найду какой-нибудь в кустах, там какую-нибудь пару уединенную. Было бы классно. А, вот моя плотва, бедняга. Она туда не... Ее не пускают на вечеринку. Плотву. И, по-моему, по фейс-контролю она проходит больше, чем некоторые мужики. Своей рожей покрасивше будет. Плотва. Тут где-то фаст-тревел, не могу его найти. Здесь что... А, вот это он. Нет, какое-то надгробие. Но нихера не видно. Поговори с Керис и с братком ее. Не хочу я ничего говорить. Я хочу ехать к Цири. Нет времени делать квесты и брать их. Нужно до моей смерти успеть сделать все. Топ игра, согласен, малыш, скреппи. Ты случайно рэпами занимаешься? Малыш Скрэппи идеальный вообще псевдоним для начинающего хип-хопера. Жду тебя в выпуске рвать на битах или как там. Стражник клана Анкрайт. Да, герой, но... Эй, ты! Какую лодку-то мне сесть надо, любую, что ли? Поехали. А чё первый раз проходишь? Это потому, блять, ебать. Ну так получилось, что я раньше не проходил. Потому что я считал, что это кусок говна, а не игра. Но я такие не любил, а потом что-то хоп-хоп. В Steam была скидка огромная, я её купил, не устанавливал, потом установил, и мы стали играть. Привет, Infection, давно трансляция? Да не, я только пожрал, вот только-только мы закончили на том же, на чем вчера. Вообще начали на том же, на чем вчера закончили.
Мне как сюда выехать? Весемир умрет? Серьезно? Ты чё, пидор, ты мне заспойлерил, что Весемир умрет? Пришел долб. Пацаны, кстати, если бы вы не сказали, что он, ну, действительно заспойлерил, я бы и не понял. Так что ответственность на нас всех. Но тем не менее, тем не менее. Тем не менее. Пошел ты нахуй. Я не знаю, как банить, поэтому ладно. Вик, ты тут? Бля, как выехать-то отсюда? А, стойте, меня же научили по стрелам пользоваться. Там мне поехать-то надо. Здесь лот. Окей. Подожди, я, кстати, вот этого не видел вообще. Куда мне поехать-то? Я опять не могу с этим разобраться. А, вот, стоп, нет, да не то, это контрабанда какая-то. Может, не рабочая лодка? Добраться до острова Туманов. Остров Туманов. Остров Туманов. Куда он показывает? Да, вот так я не могу сделать. Кайф. Че, все умрет? Пацаны, я теперь не понимаю, где спойлеры, где нет. Поэтому просто завалите ебальники и лучше ничего не пишите. Это будет максимально продуктивно для меня. Вообще не называйте имен. Не называйте имен и не подставляйте глаголы. Используйте только междометия отныне в чате. Вы можете писать О и А. Ох и ах, точнее. И запятые ставить. Все. Новые правила. В ближайший месяц. Чисто междометиями общаемся. И предлоги на английском. Можно вставлять там for, when, ох, when, ах. И вот, кажется, можно новый язык, кстати, придумать. В принципе, если месяц пообщаться, мы начнем понимать друг друга. Если съебешь на многие на остров Туманов, то многие КВ пропадут. Многие ценные КВ. Ну, знаешь, я бы их все равно не делал. Серьезно. Не, вообще, знаешь, вот такой вопрос, скажите. Если я сейчас пойду на остров Туманов, я квест с Родовидом, типа на его убийство останется или пропадет, кто не знает? Великан Сунвика это Цири, да. О, Камиль, здорово, здорово, Камиль, чё тут? Ты чё? Чё ты, как там? Тут так никто в это не играл, поэтому все умрет. Да нет, тут, по-моему, половина в это играл, судя по количеству инфы. Родовид умрет, и ты умрет. Не, Родовид умрет только если я его убью, я так понял. Ну чё, народ, можно. Так можно. Ладно, тогда поехали. Если не пропадет, насрать на эти квесты. Я их все равно бы все не выполнил, даже интересно. Но надо двигаться по основной сюжетке. Я сегодня прям был нацелен спасти Цири или повоевать там, или что там с ней надо сделать. Остальное я не хочу отвлекаться. Только если это типа вынужденные сайд-квесты, без которых невозможно пройти игру, то тогда да. Заплываю. Внимание, сохраните игру, пока не поздно. Приближается важный игровой момент. Советом сохранить игру в ячейке.
Ладно, в первый раз такое вижу. После путешествия на остров Туманов некоторые задания станут недоступны. Рекомендуем уровень персонажа 22 или выше. А у меня какой, 21? Так ты в отпуск? Ты чё, только вышел? У тебя на 2 недели отпуск, что ли? Нифига ты, а чё делал? Отдыхал просто? Ты после Минска туда не поехал еще? Задание провалено. Кабаре. Такое у меня задание было. Око за око провалено. Враг народа провалено. Вот это я бахнул. Смертельный заговор провалено. 4 задания всего лишь. Я норм, Камич. Я без отпуска, правда, наверное, до декабря. Но тоже вполне себе привык, на самом деле, на этом из дома работать. До этого тяжело было, сейчас вообще кайф прям. Но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете вовсе не человек, а тот самый эльфский человек. Как тебе фильм с сюжетом, где девушку похитили, за нее требует выкуп убийствами офицеров, человек, который ее любит, убивает, а потом получается, что девушка сама себя похитила, шантажирует своего любимого. Как тебе фильм с сюжетом? Не знаю, я не смотрел этот фильм. Но сюжет похож на дешевое чтиво. Съездил домой. А, ну да, точно, я же забыл. Те же еще можно домой съездить. Жрал шашлыки, играл в баскетбол. Чисто кайф. Враг народа дает, по-моему, я тоже понял, что это квестер Давида. Ну и пусть живет. Может, там потом еще возможность будет его убить. Пусть живет этот Давид, ничего не поделаешь. Я выбрал... Паст квестинг основной линии. Как бы за это я поплатился. Следовать за светлячком. Кто-нибудь видит светлячка вообще? Из воды ничего не выпрямит. Лучше загрузись. Ну блин, но я не хочу выполнять квестер Давида сейчас. Я хочу узнать, что с Цири. Реально не хочу. Настолько не хочу, что... Он же долгий, наверное. Женщина, можно покинуть транспортное средство? Давно в Quake не играл. Сейчас вслепую ее убью. Падла. Короче, у меня нет времени, на самом деле, надо за светляком ехать. Да как? Что происходит? Че он вытащил меч и спрыгнул? Нифига, реально могу целиться вот так вот. А, он даже автоматом стреляет. Я почти выучил ваши советы, кстати. О, так это изи мод какой-то. Я до этого прям вообще по хардкору играл, так понял. Тут уже берег. Сейчас, секунду. Улучшенный белый мед, пыль, мелтих. Мелтих это по-любому какой-нибудь меч. Смотрите, меч на какой-нибудь 36 уровень. 26. Серебряный меч, ого! Плюс 41 от моего, шанс скрипта. Минус все, что было у меня. И дырка. Ну и выглядит, кстати, стильно. Я думаю, я поменяю. Я ж чисто за макс уроном гонюсь, походу. Классно подошел. Да что за...
Это не то, что я хотел. Где мой Квен? Профессиональный. Покажи, что умеешь. Я его спросил, когда он это уже умер. Миниган на фоне. А, знаешь, что это может быть? Есть вероятность, что это из-за того, что я iPhone положил. У меня просто iPhone 7S. Или... Не, по-моему, просто 7, не знаю. И там просто 7S тоже дом валяется, но я им не пользуюсь. Так вот, это может из-за того, что я положил телефон на провод. Создаются небольшие помехи, потому что мой iPhone там по-любому что-то посылает постоянно. Что я его отложил, пердеж может пропасть. Ну и плюс у меня раздолбанный микрофон, нужно обновлять мою стримерскую гарнитуру за 160 рублей. Светлячок остановился у этого домика. Надо туда заглянуть. Хорошее место, кстати, здесь, наверное, аренда. Очень дешевая. Люблю такие регионы Москвы. Закрыто. Ведьмак школа для аренды. Зараза. Не, ребят, это по-любому у меня... Не волнуйтесь. Я не причиню вам вреда, откройте. Я сейчас еще... Сейчас кое-что потыкаю. Вот так вот сделано. Меня зовут Геральт, а вы кто такие? Это ж тот самый ведьмак. Я слыхал балладу про него и чародейку. Как бишь ее... Цыц! Йеннифер. Не будем им угрожать пока. Йеннифер из Венгерберга. Во-во-во-во! Ее очи мечут молнии, а сердце как глыба льда. Как же там было? Открывай, паскуда! Возьмите себя в руки, ребята. Вот как там было. Эй, ты, за дверью. Ты Геральт? Я правильно говорю? Да, Геральт. Послушай, Геральт, поговорим о деле. Ой. Мы пережили кораблекрушение. Нескольких моих ребят сожрали какие-то твари, пока мы, наконец, не укрылись тут. Этот остров полон опасностей, так что не удивляйся, что мы тебе не доверяем. Ничего. Ничего, я им тоже не доверяю. Таков мир. На этот остров обычным путем не попадешь. Вот именно. Это крушение не обычный путь. Да перестань уже. Ты же отлично знаешь, что он имеет в виду. Я объясню. Плыли мы как-то за Скеллиги в Новиград. И отличная история. Мы капитана магического светлячка, который вроде как знал дорогу к спрятанным сокровищам. Так. Что-то затянулся ваш рассказ. Давайте уж договоримся. То есть здесь еще могут быть спрятанные сокровища, надо их найти. Сейчас попробует нас провести. Это демон. Я не демон. Я могу доказать, что вам нечего бояться. Это как же? Демона нет писюна. Ладно. Я хотел вам показать реально вот этот глазной дверной глазок. Глазной дверок. Бибу. Я поищу ваших пропавших товарищей. Открывайте, а то я разозлюсь. Вообще, я готов поискать, просто потому, что это может меня на сокровище вывести. Я думаю, к этому квесту если ведет. Если я найду ваших друзей, вы поверите, что я вам не опасен? Боюсь, отыскать их будет непросто. Сколько их было? Как же я стильно вообще выгляжу в этом костюмчике. Трое. Ива, Гаспар и Ференц. И найди... Блин. Если бы он был один. Этот ваш Иво. Где его искать-то? Этот кретин. Уперся, что должен... В Черновостоке. Ну, по-любому мы найдем. Правильно, сокровище? По-любому. Где-то там ищи. Где искать Гаспара? Он сказал, что мы не можем просто так сидеть и ждать спасения. Угу. Взял фонарь и говорит, мол, поднимется на вершину горы, будет корабли высматривать. Меня он, интересно, увидел. Куда пошел Ференц? Ну что, делаем ставки, кто из них мертв. Хотя вы, наверное, в эту игру играли. Мне кажется, человек с именем Ива, который пошел в пещеру, скорее всего, погиб в пещере. Тот, кто на скале еще жив, Гаспар. А Ференц, я приду и застану его в поединке каком-нибудь, и типа помогу ему, что-нибудь такое.
Постараюсь отыскать всех троих. Пойдем к его сразу. Хотя не, пошли к ближайшему. Я рад, что ты все правильно понял. Да, все правильно, еще выше бы дверь просто. То, что я их выслушал и согласился, уже должно им говорить о том, что как бы я норм парень-то на самом деле. А, здесь лошади нету, я без плотвеньки своей. Ну ладно. Ну и ладно. Ничего страшного. Так, гарпия, а у меня что? Я забыл, на что у меня там есть рог. Ой, будет долго их всех валить. Критулями. Оп, оп. Кашки. Они снимают у меня меньше, чем, блин, вареник. Если бы я съел некачественный вареник, у меня бы то больше дэмэджа отнял. Главное не упасть на самом деле. Пока я мастерски сражаюсь с невидимыми противниками. Ведьмак школы ударов на удачу. Вот так вот. Мне только что показалось, или у меня квен дважды прокнул. Я заикаться аж начал от этих битв. Давай, ластецкая. На сирен, да, на сирен. К сожалению. Сирены только в океане этом. Если бы было вот для этих гарпий, которым приходится убивать по 100 штук, каждый раз, было бы гораздо лучше. А что у меня, кстати, действует за отвары какие-то? 20%? Чё 20%? Непонятно. Не, буду убегать от них, задолбало. Не буду я с ними сражаться. Надолго. Они мне ни хера не приносят. О, это, собственно, тот, который на скале, по-моему. Отошли. Я так давно ничего маслом не мазал. Надо будет попробовать. Насколько я больше дамажу, если намажу маслом меч? У меня же там, по-моему, масло, по-моему, чуть-чуть побольше дамажит из-за таланта. Плюс некоторые у меня улучшенные. Человек? Есть. Ха! Ты даже не представляешь, как я... Так, это я жив, как я и думал. Если это... Гаспар, отпускай. Гаспар. Правильно? Вот повезло-то. Знаешь... Об одном только на лицо жалею. Гаспара явно. Блин. Разбился. Что за идиот? Здравия. Просто как он хотел отсюда слезть? На что он хотел? На что он хотел зацепиться? Блять, идиот. А вот обратно лезть было бы проще, мне кажется, и безопаснее. Или хотя бы вот с этого угла. Боже, Жиза даун. Это Гаспарыч был? Цветок двоегрот, у меня меч сломался от этого. Ща починим, ща. Не то. У меня тут есть кое-что для таких случаев. Вот этот вот. И еще давай. 79. До сотки его сделаем. 100, а здесь 99. Нормально. Остальные вообще не пользуюсь. Долбоёбыч. А, не, это был не Гаспар, это Ива этот был, который в пещере как бы. Это не было похоже на пещеру, ну ладно. Так, Гаспар-то живой будет, нормально. Или здесь прикол будет в том, что они все втроем погибнут, и мне будет очень сложно доказать, что не так, что не я их убил, я не демон. Здорово, Антоха. Как дела? Найти Гаспара. Гаспар, видимо, умер от гарпий на топе. Жил без страха. Жил без мозгов он просто. Жил без возможности размышлять и умер.
Во, это явно Гаспар. Шахматист. Так, сохранимся. Не, не будем сохраняться. Возьмем у него какую-нибудь штуку тут. Сапоги кондотьера. Улучшенное масло против магических тварей. Сапоги кондотьера. Мне даже интересно еще. Уж лучше, чем сапоги сапера или сапоги дровосека. Кондотьер. Крифон медведь, топорник, разбойник, палач, гвардия. А вот они, 29-й. Ну так, плюс 17 для 29-го. А, дополнительное золото. Что за бесполезный талант? Я ж не в Диабло играю. Я вообще никогда. Дополнительное золото за что? За убийство? Так с этих же не валится с мобов убийц золото. А с разбойников валится 1 шекель. То есть мне теперь будет падать 1.25, округляем до единиц. Эй, вставай. Брыщ, мужик, иди спать. Вставай. Что, что такое? Ну, ты еще кто? Я Геральт. Стрим постоянно. Ой, приятно, приятно. Умеешь ты, конечно, говорить, Филин, наверное, на риторическом университете. В риторическом университете учился прям вот. И слова, а услада течет из твоих губ. Как... ликвидный зефир, газированный. Как юппи. Твои друзья велели тебя найти. Кто ты вообще такие? Я еще... Давай у него реально все узнаем. Может, мне не придется друзей кто очень узнать. Сейчас он мне расскажет все. Радник и компания. Оценка недвижимости, страховка, организация массовых мероприятий. Он по-любому... А, он из банды новых этих, Дед Морозов. Гаспар Суттер. Для друзей Соня. Я спал даже для очень близких друзей. На корабле нужны люди типа Гаспар, когда ты долго без женщин в море. Рано или поздно каждый Гаспар становится Соней. Особенно если ты краснолюд, низкий и не можешь постоять за себя. То белые люди рано или поздно воспользуются тобой. Я ищу сероволосую девушку. Может, ты видел сероволосую девушку? Будет по бабло с мобом, гарантирую. Гарантирую. Я вообще... Ты как вижу, потому что друг, который постоянно пытается открыть свой бизнес. Уген, бабло будет падать, гарантирую. Просто, просто нужно вложиться, 1050 мне нужно. Через месяц отобьем все. Я тебе говорю, две мойки откроем. Есть две точки, я уже договорился, Муга. Бабло будет падать гарантированно. На Сбербанк. Каждый месяц. Только вложись. Твои друзья просили, чтобы я нашел тебя, Ференса и Иво. Иво уже нет. Боюсь, они умерли. Иво окружили какие-то твари, я сам видел. А Ференс... Я слышал, как он кричал, ужасно кричал, а потом зарычало чудовище. Идем в хату. Если что случится, я тебя в обиду не дам. Жалко, ребят, да что ж поделаешь. Нет, ой, только не в хату. Только я должен предупредить, что страдаю нарколепсией. Это такое... Спать может везде, да? Что такое нарколепсия? Буду тебя будить. Вот и ладно. Пойдем быстрее. Нарколепсия. Нарколепсия, нарколепсия. Кайфка. Чебуречная. Не, чебуречная это уже не то. Это уже не ликвидный бизнес. Мойки это пока что вечная. Чебуречная уже. Вечная чебуречная. Привести Гаспара в хату. Потом Гаспар станет Соней и будет дополнительный квест, но делать я его, конечно же, не буду, потому что я не такой ведьмак, у меня есть Йеннифер. Бля, описание, конечно, меня иногда поражает. Гаспар, пора в хату. Неплохо, неплохо, но недостаточно хорошо для меня. Это я без масла еще, ребят. Смазал бы все маслом. Был бы вообще другой разговор. Так, главное его не потерять. Если сильнее меня, прости. Все? Ну, вставай. Морзик, ну чего тебе? То есть здесь невозможно выполнить, сейчас, да? Сейчас. Гаспар. Блин, это будет очень долгий квест, сколько нам идти? На вершину горы. Проще его взять и донести просто. Знаешь,
об этом острове? Почти ничего. Его нет ни на одной карте. С заколдованными островами так часто бывает. Думаю, главное, дорогу не потерять. Заколдованные? Это единственное, в чем я уверен. Нет! Бежать. Как можно заснуть, если ты бежишь в гору? Там нужно физические усилия прилагать. Чем мокрую тряпку ему кинут перед входом. Тоже будет доп-квест, главное сдать его. Представить Гаспарыча перед смотрящим блатными. Стой, Гаспарыч! Камиль, беги! Домой. Камиль, ты Вов купил уже? Мне нужно будет как бы авторитетное мнение. Покупать или нет. Ну потом когда поиграешь, ну, там туда все. Морзик, ну чего тебе? Ну сейчас, сейчас. Как можно взять на работу чувака с нарколепсией и синдромом свободной ступни, что делаешь? Да, так называемая шарнирная ступня второй степени. Еще среди мануальщиков, ну или хирургов. Не хочешь рассказывать? Здоровая тема, ведьмачьими отварами это не лечится. Это вообще, говорит, наследственное, это как волчанка. Точнее, высока вероятность заболеть, если у тебя в роду были склонности к этому. Вот, и у него явно вот шарнирная ступня такая. Это неприятная штука, особенно в купе с нарколепсией. Тут вроде безопасно. Ты меня на обратном пути захвати. Только поторопись, очень тебя прошу. Они же пустят его? Я думал, он сейчас прям тут вырубится. Слушайте, может на этом острове какие-нибудь крутые редкие эти есть травы, которые стоит собирать? Я просто так давно уже ничего не лутал. Так, нарколога довели. Фернс, парень, который пошел, не помню, что он там пошел делать, честно говоря. С кем-то сражаться, я сказал. Точнее, у него не получилось. Туманник нулевого уровня? Значит, ноль. Точнее, не туманник, а Тангалор. Ну давай, попробую затаймить свою атаку. Ух, вы видели? Чисто под встречный попал. Шарогатку раскинул. Было красиво. Ведьмачье чутье рандомного удара сработало. Техника точнее. Ай, блять. Че начнется? Ну давай, падла. Давай. Попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну. Ты, ублюдок, чертов анонизм, безбожник. Фу. Мой квен непобедим. А, то есть пока они в инвизе, они в принципе неуязвимы. Сейчас на реакции словлю. Он же не один был, по-моему. А, ладненько. Не, ну Фернсу кранты, скорее всего. И нихера себе. Это я знаю, кто это? Неудачно. Мне кажется, здесь нужно масло. Надо заканчивать с ним как можно быстрее. Сейчас, кстати, есть что-нибудь? Бес-то магическая тварь, насколько я помню. Да? Бес. Не, это реликты. У меня есть маслица против реликтов. У меня все начальные масла, по-моему. Так, запасы жрачки, маслица против реликтов, инсектоид, зверь, драконоид, магические твари, гибриды, а может и нет. Повешенные, проклятые, трупоеды, драконоиды, а у меня нет масла против реликтов.
Фак, ну тогда бахнем грома просто. Где там гром у меня улучшенный? Ну чё, народ? Я помню, что бес был изящный, потому что он нихера не мог мне сделать. Кроме вот этого. То есть он совершил один удар за драку, я просто его... Можно было не пить гром. Помет беса. Так, он там живой или он все же? Один из трех пропавших. Скверно, что он умер. И там все, походу, да, краснолюды маленькие. Ну, а один, по крайней мере, есть. Квен, квен, квен. Квен, мощный удар, мощный удар, мощный удар, квен. Квен. Ну что, пойдем Гаспарычу проводим в хату. Соню, точнее. Соня Гаспарыч. И мне подскажут, где моя бедная Цири. Где она вообще здесь, в принципе, может быть. В какой-нибудь сраной пещере, как естественно. Я привел вашего друга. Это не наш друг. Правда? Пусть дед зовется. Блин, да посмотри в замочную скважину. Я не сплю. Это Гаспар. Отойдите, я открою дверь. Гаспар! Что-то ты мутный! А что сразу мутный? Не выспатый я. Что с остальными? Одного я нашел у логова монстра, он был уже мертв. Второй на моих глазах упал со скалы и свернул себе шею. Холера! Рабинник велел мне присматривать за этим засранцем. Это был его племянник. Ну что ж. Благодарю за помощь. Прости, что я тебе не доверял. Эх, все-то у нас наперекосяк. Что нам теперь делать? Где Бильбо Бэггинс? Вы можете вернуться со мной, у меня здесь лодка. Но сперва я должен кое-кого найти. Сероволосая девушка? Да. Мне в лодке семеро этих в одной лодке, мне кажется, не потяну. Чего тебе жаль? В чем дело? Она холодная и не дышит. Должно быть, умерла незадолго до нашего прибытия. Давайте у лодки подождем. Так, это что за приколы? Доставай свой анальный отвар, сейчас будем заливать ей там сам. Ну дверь-то открой, что ты стоишь? Она жива еще может быть. Идиот, блин. Как в роддом какой-то. К нежелательному ребенку. Может, не открывать эту дверь, а, бля, можешь элементы заплатить, ничего страшного не произойдет. Ведьмак, конечно, наверное, такой тупой. Просто быстро открыл дверь. Откуда ты знаешь? Они что, врачи, что они могут сказать? Ну, холодная и холодная. Может, она там гибернетизирует. Она же ведьмачка, она умеет там замедлять кровообращение, температуру тела. Она в глубоком сне, скорее всего. Вон там, спиртяга, давай, растирай ей там все, спину, йодом мажь, сетку, поезд, поезд, шпалы, шпалы. What the f... Она двигается еще. Дудка ее. Да не, вы чё, рофлите? Как может главная героиня умереть? Да вон она двигалась. Да быть такого... В смысле? А в чём суть игры-то тогда? Это ее душа, она привела. О, о, господи. О, ну, сука.
чуть не обсерился. Я уже начал себя в голову бить. Она же жива сейчас? Это, я надеюсь, не просто воспоминания перед смертью. Сейчас двойной твист будет, это будет очень обидно. Ой, ну слава богу, блин. Слава богу, я так рад. Рад, как будто мне сообщили, что дом 2 не закроют, и он будет продолжаться вот примерно такой уровень радости. Ой, ну слава богу. Не все уроки Весемира пропали зря. Да. Ведьмак может забыть поесть, попить, даже подышать, но никогда не забудет позаботиться о своем мече. Ой, правда. Ой. Это все время повторяю. Это было волнительно, не реально вам скажу. Это было волнительно. Особенно просто подумайте. Что это была за тварь? Сейчас. Что, какая тварь? Сейчас расскажу. От которой шрам над левым глазом. Он свежий, я его не помню. Привет, Кедр. Это на память от Куралиска из Спалы. Очередной в моей коллекции, говорить не о чем. А твой неплохо затянулся. Авалак готовил для меня специальные мази. До того, как его поразило проклятие. Интересно, где он сейчас? Для меня это, короче, было, ну и для нас, наверное, для тех, кто не играл, особенно волнительно. Просто если представить, что когда мы начали играть в Ведьмака, это путешествие, которое заняло у меня больше, чем полгода. Я уверен, мы же больше, чем полгода начали играть, 100%. И мы играли в основном основную сюжетку, ну и хоть и не редко, но по фону, хоть и редко. Блин, аж микрофон от чувств упал. Сейчас надо его обратно засунуть. Как это сделать? Но тем не менее, все к этому шло в течение как минимум полугода, ребят, а то и больше. И тут... Это, как знаете, какая-то жизненная цель небольшая. Ты к ней идешь, а потом хоп. И ничего не получилось, и ты полгода в никуда. Полгода плохая погода. Давно стрим начался, сейчас я тебе скажу, 50 минут назад. Но играем мы, наверное, полчаса где-то. Охренеть, мы час играем. Мне-то не так много осталось. Мы сняли с него проклятие. Он в Каэр Морхене и ждет тебя. Ты шутишь? Нет, над этим ты бы шутить не стал. И это... Это отлично! Какой приятный подарок! Инфекшн, ты чё, Цири до этого не видел? Она вообще нормальная. Стрим с Баня не смотрел, что ли, где мы за нее играли в баньке? Ни разу. Как началось ваше путешествие с Авалакхом? Как вообще получилось, что ты начала путешествовать? Как ты пришла к Аллаху? С тех пор, как я оставила вас с Йен на острове Яблонь... Яблони. Иридин и его красные всадники все время шли за мной по пятам. Я бежала от них сквозь разные миры, и однажды охота меня едва не настигла. И тогда абсолютно из ниоткуда вдруг появился Авалак. Он нашел портал и перенес нас в мир, где Иридин не мог нас выследить примерно полгода. Факин Иридин. И в каком мире вы прятались от Иридина? Не, Ведьмак, это ж отец для нее, Infection. Это же дочка и отец, у них другие там отношения. Там у людей в голове металл, а воины они ведут на расстоянии при помощи чего-то вроде мегаскопов. Чтобы это понять, мне потребовалось месяца три игры. Зато у каждого воздушный корабль. Что? Ладно тебе. Я же говорила, что ты мне не поверишь. Воздушный корабль? Надо. Я пропустила, там отсылка к Звездным войнам была. Тогда зачем ты вернулась? Я думала, что дикая охота сбилась со следа, что я в безопасности. И потом я хотела вас найти. Тебя и Йеннифер. Ты искала нас, а мы тебя. Иногда мне казалось, что я отстаю от тебя всего на шаг, а иногда, что я хожу по кругу. Неудивительно. Часто я просто летела, не разбирая дороги. Киберпанк. Расскажи мне все, как было с самого начала. Сегодня у нас слушательный стрим. Я готов. Как все было по очереди с самого начала. Мне интересно. Когда мы появились на Артскеллиге, Иридин сразу нас нашел.
Его красные всадники нас окружили. Почему красные? Это конец. Но оказалось, что у Иридина другой план. Он вытащил филактерий и распечатал его. Вдруг все окутал туман, и Авалах начал задыхаться. Тогда Иридин и наложил проклятие, которое превратило Авалаха в уму. Чтобы да. Она больше никогда не убегала. Он не хотел его убивать, только унизить. Но Авалах не сдался без боя. А, это я видел. Он наложил какое-то заклинание и просто разметал бойцов охоты. Какое аниме. Заодно половину леса на Артскеллиге. Это дало нам время для бегства. Авалах открыл портал, и я прыгнула туда. Он должен был пойти за мной, но, видно, из-за проклятия что-то пошло не так, и он не успел. Так или иначе, мы договорились, что если вдруг что-то пойдет не так, то мы встретимся в его укрытии в Велине. Велин. Но вы так и не встретились. Я прошла через портал, но вместо убежища Валакха вывалилась посреди кривоуховых топий. Я едва сбежала от ведьм. Потом был барон. А ты знаешь, что он взял меня на охоту и что я убила кабана мечом? Кабана? Слышь. Господи, кого он только не убивал, по-моему. В общем, это вышло случайно. Когда я за нее играла, она ползанка убила. Прежде чем поняла, что можно сесть на коня и уехать. Я не взяла никакого подходящего оружия, потому что не собиралась им пользоваться. Я просто ходила по лесу, дышала свежим воздухом, и вдруг услыхала странный звук. Да и замедляет голос, она прям, не знаю, на аутиста похожа. Здоровый как Тур. И бросился прямо на меня. А у меня был только меч. Ты отлично справилась. Люди барона до сих пор вспоминают. В смысле, только меч. А что еще нужно? Я с ними хорошо ладила. Пистолет? Жалко, что пришлось оттуда бежать. Но я не хотела натравить на них дикую охоту. Так. Потом я знала, что проклятие набирает силу. Поэтому вместо того, чтобы искать Авалах, решила найти тебя и Йен. Так. То есть, кстати, все повернулось немного по-другому. Барону она уже была после того, как превратили этого Валакха в уму. И он раздолбал половину Артскеллиги. Я думал, это все наоборот другая последовательность. Сначала барон, потом раздолбали Артскеллиги. А как вышло, что ты попала к... Генераша! Здорово! Как оно? А мне надо было починить филактерий. Я нашел Цири. Гляди, обычные я наконец-таки нашел ее спустя тут был полгода. Лютик посчитал, когда, блин, мы первый раз поиграли Ведьмака? Месяцев 8 назад? С каким-то 7? Чародеем, но оказалось, что это ловушка храмовой стражи. Он мне ничего об этом не рассказывал. Наверное, не хотел тебя расстраивать. Потом мы узнали, что стража постоянно устраивает такие провокации. Лютик. Чтобы поймать тех, кто сотрудничает с чародеями. Стало понятно, что придется искать другой способ. Тогда Лютик сказал, что в Новиграде есть человек, который может больше других. И что наверняка у него есть и выход на кого-то, кто починит филактерий. Ублюдок младший. Угу. Хорошее имя для человека, который может больше других. Я была в отчаянии. У меня просто не было выбора. Ублюдок в конце концов вас обманул, и я его убил. Поскольку я убиваю тварей. Вы нашли не лучшего союзника. Этот дубина, ублюдок младший, вбил себе в голову, что мы его обманули и похитил Дуду. А вы его отбили и бежали на храмовый остров. Отличный план. Да не было у нас плана. Мы просто помчались, куда глаза глядят. Я даже не заметила, что стражники загоняют меня в ловушку. Просто в какой-то момент я поняла, что должна исчезнуть. Это когда я замок убивал, весь, я помню. И перенеслась на Скеллиге. Побережье Хиндосфьяля было первым приятным местом, которое пришло мне в голову. Когда-то мы плавали там с Хьялмаром. То есть ты случайно там оказался? Хьялмар? Она его знает? Я думал, вы условились встретиться там с Авалакхом. Нет, он просто почувствовал, что я использовала силу. По тому же принципу Иридин может чувствовать, где я. Впрочем, именно поэтому он вскоре появился там со своими всадниками. И снова все понеслось очень быстро. Лафотен, нападение охоты, побег.
А потом все, что я помню, это сны. Что тебе снилось? Потому что у меня последнее время были одни кошмары. У меня по большей части тоже. В одном из них тебя подкарауливал монстр, который вырос из мертворожденного ребенка. Это ужасно. Это было и оборон, да, там не получилось. Но были милые вещи. Никак не погрестили детятку. Пили хорошее вино, а вокруг танцевали и смеялись люди. Это я на вечеринке, да. Было такое много раз. Но все равно заканчивалось в какой-то башне. Что бы мне ни снилось, в конце я все равно темную входила в башню. Был там стрелок. Знаешь эту башню? Знаешь, где она? Не знаю. Мне кажется, нет, но с другой стороны было в ней что-то знакомое и поразительное. Она была суровая и мертвая, но я чувствовала, что должна войти внутрь. И ты вошла? Нет. Всегда все заканчивалось поисками входа. А в последний раз вместо башни я увидела твою седую голову. Если бы не этот шрам над глазом... Она должна зайти в меня? Нет, этого не будет. Ведьмак себя людей не пускает. Я боялся, что ты умерла. Я встретил здесь краснолюдов, которые пытались тебя будить. Они говорили, что ты ледяная и не дышишь. Да, а что это было, кстати? Ну, кто станет слушать краснолюдов? Кстати, они, должно быть, уже заждались. Надо идти. Как светлячок-то в итоге стал? Это душа ее? Потом поедем в Каэр-Морхен верхом. Верно. Лучше путешествовать общепринятым способом. Хотя через портал было бы быстрее. Нет, никаких порталов. Он моментально привлечет Эридина, лучше не рисковать. А он уже здесь, смотри. Сейчас открываем дверь, а там Эридин. Коллектор из ВТБ. А нет. Было бы неплохо, кстати. Твист такой, хоп. А сейчас так и будет. Сука. Они угнали лодку. Слушай, надо что-нибудь придумать. Охренеть, вот падла. Угадано, ребят, просто угадано. Легчайшее. Сейчас будем сражаться тогда. Так, если они уже приехали, можно открыть портал и сразу валить в Каэр-Морхен. Какая разница? Вот именно. Они узнают, где мы. Они и так знают. Они уже нашли. Каэр-Морхен. Гоу-гоу-гоу-гоу. Там Златопуст, Златович, Весемирыч. С водочкой, с банькой, шашлычком. Растоплено все. Уноси нас. Ничего страшного, что они там будут. Весемир такую баню топит, что никакой холод не возьмет его. Пусть попробует, реально, мне кажется, это самое сильное заклинание против вот этих вот рыцарей холода. Горилка и банька Весемира. Ничего, охренеет. Когда мы из портала выйдем. Открытие. У меня, кстати, как раз есть карточка открытия. Но они мне, слава богу, не звонят, кстати. У меня раньше был МКБ еще давно, вот МКБ задолбали, звонили своими акциями. ВТБ написывает часто. Это одна лишняя лошадь, по-моему, начала жрать все, вторую. Все понятно. Что? Меч-то достань. Добро пожаловать домой. А где еще раз она меч потеряла, я прослушал. Почему не остался только кортик? Почему шампур для весемировского шашлыка? Ура! Привет, маленькая. Цири! Ура! Все в сборе! Самый жаркий момент в игре сейчас будет. Оу, ты, оу. Как же ты похорошела. Да. Весемир так смоет. Ух, блин. Поздороваемся со всеми. Ух, блин. Вы ничуть не изменились. Все.
Такими я вас и запомнила. Ну и слава богу. Эксель Ламберт. Что? Ты ее привез? Конечно. Я сделал, сдержал свое обещание. What the f? Так, ребяточки, вот это, конечно, поворотик, блять. Вернулась, сучка. Все-таки вернулась. Конечно, от ведьмака никто не уходит. Я все думал, что она с концами ушла. Просила помощи, уже здесь. А Валак отдыхает в башне. Ему все еще вернулась. Плохо. Откуда здесь Трис? Я ее не звал вообще. Че она пришла? Кто ее позвал? Кто ее позвал? Откуда она здесь? Она должна была уплыть. Сейчас будет диалог. Как неудобно-то, блин. Блин, как неудобно-то. Посмотрите на мое напряженнейшее лицо. Ну, я делаю вид, что все нормально, но на самом деле. С виду я, знаете, вот. Вот такой вот. Чисто тишина, сталь. Внутри. Так, очень аккуратно выбираем слова. Дикая охота вот-вот будет здесь. Ну, это такое, знаете, замечание про погодку. Ну, неплохая погодка. Дикая охота вот-вот будет здесь. Мне надо подготовиться, пойду поточу меч. Рад вас снова видеть. Нет, дикая охота вот-вот будет здесь. Это очевидно. Это очевидно. Они понимают, что я буду себя некомфортно себя чувствовать, какую-то ересь несу. А вот типа рад вас снова видеть, это на самом деле правда. И немножко разрядит обстановку. Тем более, что... Надеюсь, Трис не скажет, что я пытался как бы... И я... Я оставлю вас на минутку. Трис, успокойся. Она... Нет, нет. Вы наверняка соскучились. А лишняя минута ничего не изменит. Нет, лучше сразу пойдем. Блин, ну вообще, когда тебе вам предлагают минутку, знаете, с таким тоном, тебе уже не хочется оставаться на эту минутку, потому что это все желание отбивает, поэтому тогда минуту идем. Нет, лучше сразу пойдем, не будем тут прилюдничать. Она говорит, нет, у меня времени, я не могу думать еще раз, никаких шансов, и уехала. А тут с моей вернулась, и такая типа играет из себя, ой, ну не знаю. Не, если она попробует... Ребята, по секрету, если она попросится обратно, то с учетом того, что я рассчитывал на два фронта играть, я, ну, я приму ее. Нет, лучше пойдем сразу. Кисимиру в баню. Йен. Про ее поляков. Ну да, странный момент, реально странный. Типа, хоп. Я, вот честно, если бы она не появилась, было бы лучше. Будто они вот слили, ну не слили героя, а реально унесли его. Я люблю концовки настоящие, мужские. Сказала, уехала, все, в игре больше не появляется. 300 часов контента, ее больше не будет. Зато я ее запомню как персонаж, в диалоге которого я нажал двойку, и она больше не появилась в игре. Это что тогда значит? Все инструменты прихватил. Пивко. Я подумал, что перед битвой нужно будет наточить мечи. И заклепать доспехи. Хорошая бабская подъемка. Спасибо, Золтан. А еще я так потел, что не понял ее. Мое особое средство — махакамскую смесь. Очень хорошо взрывается и очень помогает при осадах. А что, осетинский пирог? Он может? Слушайте, он что-то может. Я не знал, что он... Можешь что-нибудь сделать хует для меня? Ясное дело, если у тебя есть схема. Схема, как поднять бабла. Ази на 3 топора. Да ничего мне не надо, мне все у меня есть, знаешь, в этой жизни. Посмотри, с кем я зашел в этот замок. Поговорим позже. Угу. Эти красные штуки меня пугают. Что они тут в замке, а его не разнесет? Точило. Так. Йеннифер ушла, ну что ж. Ой, Йеннифер Трикс ушла. Главное в этих ситуациях мне случайно нас, мы не позволим случайно не назвать Йеннифер Трис, а Трис Йеннифер. У меня есть такие проблемы. Спасибо. Вау, это он скорпион притащил целый.
Так, куда она там пошла? Лучше с ней не... Здравствуй, волк. Где? А. Эсмон тоже готовится к битве. Настругал себе тут сено, сделал костер и сел. Сейчас поспит немножко. Сосиски пожарит. Йеннифер. По ее походке, мне кажется, что она не очень довольна. Ну, диалогом с Трикса в целом мной, поэтому я не буду с ней разговаривать, просто быстро побегу от нее подальше. На собрание. Совет. Блять, быстрее открывай дверь, она же подходит уже. Неловкий момент. Так, слушаем, чё, как будем обороняться, ребят. Предлагаю из бани все это делать. Самая лучшая оборона — это парилка. Собирай всех, начнем совет. В скобочках Бухалова. Лучшее решение принимается по пьяни. На пьянках, точнее. Сейчас достанет там какое-нибудь венцо, урожай 900 года, 300-летняя выдержка. Мне кажется, мы не успеем собраться. Как сейчас будет тоже... Спасибо, что вы здесь. Ладно, сейчас послушаем. Дикая охота может появиться в любую минуту, и она вот сейчас прямо появится. Сыри, но мы их остановим. Так. С чего ты вообще взял, что охота появится? Они всегда знают, куда я телепортируюсь. Трис, один друид. Могут моментально переноситься с места на место. И какой у нас план? Мы должны взять инициативу. Каждый из нас получит свое задание. What? Мы должны взять инициативу. Каждый из нас получит свое задание. Инициативу. Но это одно и то же, так понимаю. К одному выходу ведет. Нас мало, но положиться можно на каждого. Если будем действовать сообща, мы победим даже охоту. Для начала Йен окружит крепость магическим барьером. Им придется телепортироваться снаружи. Хорош. Если они рассеются по лесу, можно устроить охоту на маленькие группки. Ну вот, у нас уже есть первый доброволец на вылазку. Я второй. Чего? Всадники попытаются проникнуть за стены через порталы навигаторов. Поэтому ваша задача во время вылазки — найти и закрыть как можно больше проходов. Ламберт приготовит нам две меритовые бомбы. Ты формулу-то еще помнишь? Ясное дело. Отлично. Знак Ирден тоже спирт плюс сахар. Кроме того, я дам вам по амулету. Разломав такой амулет, вы станете невидимы. По крайней мере, пока стоите или не делаете резких движений. То есть вы сможете тихо подойти к врагу, но в бою вас сразу увидят. Это не для меня, можешь оставить себе этот амулет. Давай его на трис наденем, чтобы ты ее не видела и не бесилась. Так что, если нарветесь на большой отряд, не нападайте. Дайте сигнал трис, и она вам поможет. Я буду следить за вами. Как только дадите мне знак, я обрушу на лес огненный дождь. Ого. Она типа... Кто сильнее, интересно, в магии, Йеннифер или Трис, если их поставить дуэлиться? Йеннифер, я видел, молниями херачит, а Трис огнем, фаерболом. Но мне всегда казалось, на самом деле, что в максимальной своей мощи стихия молний, РПГ в любых, она мощнее фаерболом. Фаербол тоже такой, ну, чисто бурстовый дамаг, но молния, вот если самый мощный спел взять, как шарахнет, блядь. Электрошоком тебе мент херачит, это то же самое. Так что мне кажется, ну, вообще непонятно. Есть там трис. Но у молнии, мне кажется, есть ограничение в рейнже поменьше, чем у огня. То есть трис-то может фаерболом тебя с горы шмальнуть. А Йеннифер, она не может молнией тебя шмальнуть. Ну, только если вызовет какой-нибудь гром. Но мне кажется, для этого нужно подготавливаться неделю, кастовать его. Короче, не знаю, интересная теория. Возможно, есть фанфики на эту тему, надо будет на YouTube глянуть или на другом сайте для взрослых. А, важнее всего Цири. Мы должны действовать вместе. Нет, мы должны действовать вместе, не разъединяться. Не быть алчными. Помните, что нас мало, и мы должны помогать друг другу. Трис хотя бы дамажила мобов, в отличие от Шаболды. Придется отступить к воротам крепости. Три слабее по лору, да. Интересно, двор, интересно. Последняя линия обороны. Если не остановим их здесь, все кончено. Да. Весемир побеждает охоту крепкую, это правда.
Филет, чистая правда. Каждый вечер тушит просто эту охоту. Мне кажется, у него есть свой план. Говорит, ребят, вы не понимаете, я охоту глушил с понедельника по воскресенье на протяжении последних 20 лет. Уж я-то подскажу вам. Понял, важнее всего Цири, не было в итоге варианта. Самое главное для нас Цири. Это за ней гонятся всадники. И мы должны защищать ее любой ценой. Что делать мне? Ты останешься в крепости. Если они прорвутся внутрь, мы все придем к тебе на помощь. И речи быть не может. Я сумею. Я сумею о себе позаботиться. Никто в этом не сомневается. Но ты помнишь, что самое важное в охоте на чудовищ? Выждать удобный момент. Самый мощный спелл всегда за комбинацией стихии какой-нибудь урон тьмы. Используй. Кстати, да, есть место, такое. И на место, где ты стоишь, упадет огненный шар. Это так. Урон тьмы. Или не урон тьмы, а магия хаоса. Типа там какая-нибудь запрещенная магия из чади ада, которая совмещает в себе алкоголь веси мира и все остальные элементы существования, бытия. Так, последняя часть плана. Что еще у нас в запасе? Я, кстати, не знаю, можем ли мы убить в итоге рыцаря, если их мечом проткнуть, они умрут. Бочки можно расставить в узких проходах и подпалить, когда придет нужда. А вы знаете, что у вас под ногами залежи газа? What? Можно было бы открывать трещины. Весь мир недоволен, что за столом есть кто-то старше, чем он, по-моему. А он не старше, подожди, это просто друид. Весь мир это под 300, наверное, уже. Мастерская. Помни, запасы у нас ограничены, а времени мало. Нужно решить, какое оружие против охоты нам нужно в первую очередь. Да мне насрать. Верно. И в мастерской, и в лаборатории мы можем приготовить только что-то одно. Бомбы двемериолесские, либо... Кому нужна лаборатория? Я уже начал готовить эликсиры. Хотелось бы закончить работу. Эликсиры в скобочках. Двоеточие. В кавычках, точнее, Весемир просто варит свою настойку, варил, пока мы не телепортировались. И тут мы своей охотой. И он такой, блядь. Мне бы 3 денька еще настояться. И он такой, так, ну лаборатория мне нужна, я вам как бы там эликсиры варю, они очень нам помогут. Нахера нам вообще эликсиры в бою против этих? Эликсиры пригодятся в бою. Какие нахрен эликсиры, Весемир, слышь? Охоту крепкую тут наваривает там. Не, давай ведьмачьи ловушки. Я согласен на них. Нас мало, так что ловушек нам понадобится как можно больше. Цель, занимай лабораторию. Теперь о мастерской. Я собирался залатать пролом в стене. С другой стороны, инструменты нужны, чтобы расчистить арсенал. Что? Расчистить? Это значит? Разве тебе не сказали? Года 2 назад рухнула крыша. А там были отличные мечи. Нам бы пригодится. Ты что, мечей нет? У тебя 2 их за спиной. Не мешало бы замуровать те дыры, иначе осада может быстро закончиться. Что за у него, у Весемира предложения какие-то непонятные. Реально он хочет отлынивать, что ли, так? Ну ладно, у меня там есть заначка, скажу, что я могу там арсенал почистить, посижу, пока бахну пивка, пока битва идет. Мы заделаем стену. Конечно, стену. У нас у каждого есть мечи. У кого-то оружие, что ли, нет, я не понимаю. Нахрена нам мечи? Друид с палкой, магички не пользуются мечами. Только у Цири там, блядь, кортик ее, но ничего, найдет меч какой-нибудь другого, я и свой дам. У меня их там 2, кстати. В плане еще 2 в инвентаре, по-моему. Давай стену заделаем. Прежде всего надо заделать пролом в стене. Перегорю Семира, дыхание тьмы. Сомневаюсь, что мы успеем сделать что-то еще. Ну, все обсуди. Да, ловушки и дырку. Беремся за работу, ребят. Да. У нас мало времени, так что за работу. Подведем итоги. Йеннифер создает магический барьер и задерживает первый удар. Чек. Она оттесняет всадников в лес. Так точно. Ламберт и Геральт ждут в лесу. При помощи двемерита они закрывают порталы навигаторов, чтобы как можно меньше всадников проникло внутрь крепости. Чек. Трис ждет сигнала. И по отмашке устраивает всадникам огненный ад. Чек. Остальные отражают натиск тех, кто все-таки проникнет за стены. Чек. Если что-то пойдет не так, мы оставляем внешний двор и отступаем в крепость. Дабл чек.
А Весемир что будет делать? О, асфиксия 42, мой любимый зритель, здорово. Теперь посмотрим, чё, как жизнь, и обсудим все в деталях. Это план, блин. Просто рухлить, непонятно, что здесь сделать. Ой, ребятушки, сейчас буду бомбы кидать, а я никогда этого не... Вот тебе мечи. Ощущение, будто мы упустили что-то важное. Не думай об этом. Конечно, упустили, такая кажется. Кто-то из нас предатель. Что готово? Времени было мало, так что немногое. Что, дыру-то заделал? Вы все сейчас здесь не нужны. Не волнуйся ты так. Выше голову. Мы справимся. Микрофон упал. Спасибо за все. Пойду седлать коней. Когда будешь готов ехать в лес, приходи. А, я готов. Поехали. Мне уже спать скоро идти надо. Поехали скорее. Хочу хоть кого-то убить. Мои вещи были улучшены. Взял пустую бутылочку, чтобы встретить гостей. Хлеб, соль, бутылка. Ну, поехали. Кстати, сейчас. Быстро. Есть минутка. Что на... Серьезный разговор. Я не... Блин, зря я затеял этот разговор. Мне не нравятся уже варианты. Ты знаешь, что я не позволю им тебя забрать. Знаю. Не лезь в бой и держись подальше от неприятностей. Не лезь! Не надо ко мне относиться как к ребенку. Я знал, что так будет. Когда ты была маленькой, я не относился к тебе как к ребенку. Люблю, когда ты улыбаешься. Пойди сюда. No. А, слава богу, блин, я думал, он сейчас... Все будет хорошо. Спасибо, дочь. Слава богу, не поцеловал, было бы неловко. Тут Трис, Йеннифер, мне не нужна из любовного треугольника. Игра бы превратилась в параллелепипед. Адской любви. Что-то не так, да? Что-то я реально забыл. Сейчас кажется, что я забыл закрыть дверь заднюю. Секретный проход, и они туда просто придут и заломятся в замок. Я такой, блядь, задний проход. Чучело Йеннифер какое-то. Что же я забыл? Эксель, видимо, вкачал вихрь. Самый лох по прокачке у нас нашелся. У Весемира отходники без охоты крепкой. Единственное, что его успокаивает, это... чистка мечей. Я очень стильно выгляжу перед боем. Заебись, жизнь, завтра еду в Россию на аниму-фест. Да ты шо? Есть аниме-фесты в России, они не забанены? И на них люди не боятся ходить? Кайф. Нужны будут фоточки асфиксии от тебя в группу, мне лично в личку. Или в чатик телеграмовский. Я хочу посмотреть, что такое аниме-фест. Аниму-фест, аниме-фест. Ростовский мультикультурный фестиваль. Что? Асфиксия, скорее всего, с косплеем. Он парень такой. Но его жизнь так потрепала, мне кажется, что ему косплеить не нужно. Может просто прийти туда. Все, ребят, тихо, сейчас будем 2-метровые бомбы фигачить. 30 FPS в кадрах, значит, серьезные проблемы. Когда FPS просаживается, не дай бог, еще раз синхрон начнется. А что друид? Стоп! Знаете, кому не дали задание? Долбанному друиду. Деду не дали, пенсионеру. Что он там будет делать? И хавьярму этому тоже ничего не дали. Просто постояли за столом. Ого. А он что умеет кастовать? То есть мы не успели защитный барьер сделать. Excel, оказывается, что-то умеет тоже кастовать. Трис снесло ветром, и мне кажется, она не сможет обрушить шквал огня.
А, не, пошло, пошло дело, нормально. Распространяется. Блин, а что Excel такое умеет делать? Это у него такой прокачанный квен? Так, ну хорошо. Мне кажется, это охренеть как сложно концентрацию держать. Йеннифер, Йеннифер, ты не могла бы такое кастовать, когда мы Джина били? Пополнил химические боеприпасы. Они мне не нужны, я и так справлюсь. Когда все кончится, скажу Йеннифер спасибо. Это заклинание просто нечто. Да. А еще невидимость... Которую я не очень люблю. Гончие могут тебя учуять, к ним не приближайся и помни. В бою тебя будет видно. Кстати, отличные вышли бомбы. Кстати, барьерчик, который он прятал, прятал всю игру. А почему? Я говорила, что Ирден тоже может. Типа в этом есть какой-то секрет или это просто, ну? Они уже здесь. Идем. Нет, там в этом нет никакого секрета, так получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Высовываться. И дать Трис возможность проявить себя во всем блеске. Я хочу посмотреть, кстати, как Трис может их. Откуда она кастует? Она ж не видит даже. В следующий раз, прежде чем я захочу разозлить Маригольд, лучше сразу дай мне по башке. Нихера, она реально бомбанула прям точечно по ним. Ёп. Это нормально вообще? Мы ей не давали при... Пацаны, она на меня злится. Она хочет меня убить. Это все из-за Йеннифер. Я знаю, зачем она здесь. Никто ей не давал приказа бомбить. Она сейчас нас чуть не снесла. Блять. Трис. Использует 2 метровые бомбы или Ирден, чтобы закрыть все порталы. Охота в лесах вокруг. Так, 2-метровые бомбы. 2-метровые, блин. Хорошо. Гончим не подходить, он сказал. Я, конечно, верю в эту невидимость, но давай держаться подальше от этих тварей. Я чувствую, мне сейчас придется их просто валить. Просто по старинке, фул ёлоч. На фул ёлочах. Так. Двиметровая пошла. Ненавижу порталы. Хотя... Well, shit. Да, что-то стелс прорывался, ребят, не получилось. Но в следующий раз обязательно получится, я вам отвечаю. Придется улучшенным громом действовать. Вот это улучшенный гром, ребят. 1228 дэмэджа. Какие могут быть вопросы вообще? Какой стелс? Кстати, это магическая тварь считается или нет? Почему не могу вставать? О. Карен? Армянин? У-у-у. Ламберт. Докажи, что мой стих про тебя это... Вот так вот. Вот так вот. Реально как миномет херачит. Так, зелье и стирли Лия. Самое время полутаться, кстати, сейчас. Я еще просто так валил. Зелье. Секунду. Это магические твари, я думаю, да? Духи и призраки, духи стихий. Инсектоиды, огры, проклятые. Реликты, трупоед. Слушай, ну я не... У меня кроме как магических тварей ничего на них нет, поэтому я намажу на всякий случай. У меня зелье простаивает. Вампиры, инсектоиды, вот они. Давай уж, смажь. А, да, это квен. А, я могу, если не буду сильно занят, в этот отчет ебашить бамбучу. Давай. Будет реально круто. Даже я посмотрю на аниме или что там, куда ты идешь в России. Любой фестиваль, собственно, не имеет значения. Мне интересно, на какие фестивали идет асфиксия. Будешь записывать эти короткие видеообращения с пивком. Единственный ряд дважды не попадет. Диабло?
тупой воин дикой охоты, тут нужен отдельный класс. Ребят, какие, как мы с Ламбертом просто шлепаем их. Как мы их тушим. Так, с этим разобрались. Такой голос у меня спокойный. Как будто он на работе в компьютере сидит, письмо отправляет своему менеджеру. Так, с этим разобрались. Прикрепить экселевский файл, отчет. Ну и все, можно домой идти. Я хочу бэкстабнуть кого-нибудь. Блять, бэкстабнул. Very nice. Ламберт, кстати, неплох. Он дамажит. Не просто стоит. Вообще удивлен, что он наравне там с кем-то дерется. Я думал, что он как бы не особо крутой. Это контрудар был? Или это меня собаки так грызанули, что у меня сорвалась атака? Бей его. Вдвоем. Работаем. Хорошо. Хочу в Quake себе найти Ламберта. В Quake, кстати, был бот Сламберт. Как же он ебошил, ребята, вы не представляете. Сламберт не промахивался ни с чего. Мне кажется, это не зря. Это отсылочка к Ламберту, потому что сильнейший вообще тиммейт, с которым я когда-либо играл в игры. Дело сделано. Геральт, сюда! Трис! Бомбани! Смотри, они перестраиваются. Мне кажется, Трис могла просто шмальнуть. Видишь, из миномета командира, по всем трем этим точкам. Я помню его по тем временам, когда сам ездил с дикой охотой. Что он сейчас только что сказал? Сука, невидимость проходит. Сам ездил с дикой охотой? Что это значит, ребят? Трис и до этого бомбил, ей не нужен знак, мне кажется. Сейчас нас полетит все. Что там с Меригольд? Зараза. Йеннифер ее. Зараза. Трис, пожалуйста. Ее ревность. Ревность не знает границ. А вот я и не буду этого делать. Знаешь, ведьмак, выбрал Йеннифер. Вот теперь сам и сражайся. Ты должна была ждать внутри. Что у него с голосом, блять? Весемир, конечно, на отходниках. Я не могу все время. Очень прятаться. Меняется. Ты должна с ними сразиться. Зачем он кувыркнулся? Что это за выход был? Геральт подал сигнал, а Трис ничего не сделала. Холера. Давай к ней. Весемир, с тобой все нормально. Перекаты какие-то пошли. Откуда здесь? Так, ладно, минус один. То есть они уже напали, да? Через дырку прошли, что ли? Сири, осторожней! Аль, нажмите для вызова магического снаряда, он ударит туда, куда вы сейчас находитесь. Нажмите левый shift и для рывка, чем дальше зажат рынок, тем больше радиус. У вас новое примерное задание, подготовьте игру. Как бить? Пошла игра. Асфиксия, ты хотел на аниме-фестиваль съездить? Добро пожаловать, я сейчас покажу тебе аниме-фестиваль, смотри. Вот она, анимеха пошла, оп, оп, оп. Надо Трис найти. Смотри аниме. Блять, как нахуй второй сезон Наруто. Весь мир... С охотой нормально все. Как же я рафлянул, когда он сделал кувырок просто из ниоткуда, типа смотреть. Я еще очень даже молодой, могу кувырки делать. Так. Подняться на крышу и помочь Трис. Все, я понял. Все, 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 бегу, бегу, бегу. Не отвлекаемся. Трис тоже умеет. Я с тобой. Вместе. Играем. Вот оно аниме. Вот это ростовский фестиваль аниме мальчиков. О майво. Шиндерю. Вы видели, как я за спину ему протонулся? Просто нани. Ой, хорошо.
Три сочи скилловые. Крайне скилловые. Блин, только что... Они все говорят, это одно и то же. Это выражение школы волка. Какое-то специальное. Они все говорят, зараза. По-польски это просто курва, наверное. А по-русски не знали, как перевести. Курва. Раз, два, три, четыре. С четырьмя тут фигачусь. Ламберт тоже красавец. Смотри, как и не работает. Ну, понятно, вот пидор с магией. То есть с читами. А у них ограниченное количество или нет? Звуки не совпадают, кстати, с ударами. Небольшой рассинхрон, а я в этом разбираюсь. Это за плохой знак, ребят. Плохой знак. Геральт! Геральт! Пич, куматори! Это Трис. Нормально, слышь? Она просто шибанула туда. Без предупреждения, не целись. Назад! Хорошо, что Ламберт у нас с нормальной реакцией, с сильным Квеном. Не знаю, что делать теперь, что ли. Почему бы не убить его быстренько, пока есть возможность 2 против 1? Заклятие Йен слабее! Буран почти в крепости! Ребят, есть... Блять, Меригольд нас прикроет, четверть хп снесла. Финли, ты уверен, что по лору Трис немножко слабее Йеннефер? Потому что то, что я сейчас вижу... Имли, сомневаюсь. Не очень похоже на... Знаешь... Мне кажется, она может Новиград вынести. Любой город, в принципе, может вынести. Принять. Я теперь понимаю, почему их на самом деле хотят убить. Вот эти вот красное солнце, или как его там, фанатики. Я реально понимаю, почему. Надо запереть ворота, пока они не ворвались. Трис разъебала полгорода однажды этими огненными снарядами. А это можно закрыть? Скажи, что умеешь. Отравление? У меня есть бомбы с отравой? Спасибо, Трис. Что происходит? Я ничего не вижу. Я горю, Трис. У меня все от... Колби! Блять, еще раз. Это он мне? А, извините. Извините, бегу. Ламберт. Ворота. Закрыть ворота. Что из этого ворота? Закрой ворота! Закрой... А, не туда. Понял. Извини. Какие ворота? Какие ворота, он говорит? Весь мир, я не понимаю. Блять. Сейчас. Все темнее и темнее, по-моему, становится. Закрыть ворота. Закрыть ворота. Блять, он как дедушка какой-то с дачи. Вот холера. У меня ж поясница сейчас всю продоит. Да закрой ты эту ебаную форточку, блять. Саня. Люба, пооткрывают двери, блять, городские пидоры со своими кондиционерами. И у меня ж спина больная. Закрой ебаную форточку. Где ворота, я не понимаю. Это друид? Муж? Ну-ка, а что он делает? Как он сразу... Кстати, он на 3 дэмэджа наносит. 4. Слушай, он неплох, неплох. Импакт. Импакт носит. Так. Нашел. Ладно. Интеллектуал, блядь. Просто даже поторопиться и проскочить. Это мой, кстати, стиль игры. Мне кажется, это мой персонаж. Я должен за вот этого пацана, Ламберт, который ворота, ворота долбится, играть. Твой. Геральт, мигом к Ламберту. Весь мир, по-моему, сейчас пополам скрюченный. Когда поясница прихватила. Так, помочь Ламберту победить охотников, воинов охоты. Все, хорошо, Ламберт, с тобой. Работаем, братик. Найс, Квен. Видали? Ламберт, балда! Давай к нам!
Надо отступать. Ебать. Дедушка что-то реально... Дедуля разошелся там. Когда приехал к деду на дачу, он тебя строить начинает. Ах ты, неслуживый, это наши времена. Я в 45-м в разведбатальоне был, сейчас я тебя научу уму разуму. Красиво. Разрыв можно закрыть не только двухметровым, но и знаком Ирден. Для этого подойдет. Все, я понял. Закрыто. 25-й? У меня был 21-й. Я 4 уровня вкачал? Вы чё? Как я... Победить противника, все. Ребят, я готов, я играю. Отходим. Сейчас по-серьезки все. Сейчас все по-серьезки играю. Друид, конечно, я там посмотрел. Очень полезный персонаж оказался. Он прям воюет, как не знаю кто, как демон. Как будто он один из них. Один из этих рыцарей древней охоты, дикой охоты. Его большая польза в том, что он фонарик имеет, вот реально. И мне не приходится юзать кошку. Так, главный вход. Все, я здесь. Идем, Йеннифер спасать. Где Эскель? Холера. Мы договаривались, что он откроет ворота. Они пока закрыты, значит, он справится. Честно говоря, не похоже, что они закрыты. Там такая щель, как у солистки группы Серебро между зубами. Мне кажется, ее открыть можно очень легко. Нужен ключ, ладно. Добраться до Трис Меригольд. Хоть бы никто не умер, хоть бы никто не умер. Какой интересный спелл. Так, 3 удара, он раз, два, назад, 3. Хорошо, попал. Кто это? Что? Кто это был? Что происходит? Я-то подумал, что это Эмирилх. Эмирит, как его там. Слишком темно, нужно света добавить. Все в порядке. Спасибо. Если бы не вы, было бы тяжко. Нам пришлось отступить. Они пытались пройти через главные ворота. А у магов есть там специализации? То есть Трис чисто по огню угорает, да? Ну и телепортироваться может. Что с Эскелем? А Йеннифер чисто по молниям и телепортом тоже. Ну, наверное, есть общий спелл, а есть специализация, да? Помни про камень, который я тебе дала. Чувствую, я буду Ведьмака скоро читать. Главный коллектор из ВТБ. Высшая инстанция. Стойте. Это поклонник Киша. У него нет денег. Минус XL? Да не. Почему Эскель с нами не пошел? С ним же ни одной миссии еще не было. Он дерется, как Стивен Сигал, с ножом, держит его обратным хватом. Я не дам вам мои бабки. Из-за кредитов 5000 рублей не выплачено в 2017-м, я теперь должен воевать. Ого. С рыцарем дикой охоты. У него еще есть шанс. Пак. Этот неплохой какой-то. Минус ребра. Это только начало. За пять лет, что не уплачивал 5000, там процентики такие набежали. Йеннифер, какого... Ой, Йеннифер, как там тебя, Цири? Зачем ты рискуешь? Почему бы всем не напасть вместе? Мы же команда. Почему сука, в доту играют? Я тоже так умею. В сраную доту свою пошли по одному на мид отдаваться. Там 5 человек команды противника. Эскель отдался.
И мы сказали отступать. А не, не отдал, слава богу, живой. Она его спасла. Ставил, короче, двух саппортов. Нормально, тут два керри, сейчас мы их развалим. Этих я возьму. А мы молодцы. Спасибо. Да я же наж... Выпад, ой. Да что? Она как-то не так дерется, блять. Я жму одно, она делает другое. Ладно, надо не выпендриваться, короче. Просто shift, маус один и ее спецудар. Глок под 90 градусов. Бери эту. Блин, как же я ее разобрал быстро. Оп. Это Меригольд там кастует, что ли? Мне кажется, мы не видим главного противника. Эту овцу не убил Fireball 3 с Меригольд. Это либо какой-то шпион, либо величайшая сущность в этой игре. Ей вообще насрать. В нее попал Fireball, она просто погорела, и все нормально. Ты спасаешь мою задницу. Я бы эту овцу с собой взял, мне козла. Да, иди он туда вот. Мне кажется, это разгадка всего. Блин, долбанный демон. Ладно, по крайней мере, она не против нас воюет, что уже хорошо. Иначе реально был бы спидран. Спасибо. Надо открыть им ворота. Кому, кому? Кому открыть ворота? Наверное, мне кажется, это сверху делается. Открыть ворота. Побить или нет? Не, видимо, нет. Пойду по старинке. Блять. Трис. Надо открыть им ворота. Да я пытаюсь. Боже мой, Трис. Ой, как там? Да, Трис. Эскель открыл ворота. Можно отходить. Отходим. А вот и утро. Или это просто так светили хорошо. Что ты здесь делаешь? Уже не имеет значения. Правильно сказала. Нет времени разъясняться. Надо вместе играть. Они проходят сквозь щели. Двимеритовые бомбы. Я их все выкинул, сори. В ящиках у стен есть еще. Погнали. Геральт, держи. Я затворю круг жизненной силы. Это он про... А что это значит? Нужно закрыть портал, иначе мы погибнем. Коби! Соскучился по мощным ударам. Они заходят через пролом с... Да иду я! Стена их остановила. Легко. Нехорошо. Нехорошо, нехорошо. Жру вареник. Я не понимаю, с кем... Откуда у нас столько народу, кто там сражается? У меня такое ощущение, что здесь не две стороны сражаются, а четыре. И каждый не понимает, кого бить-то вообще надо. Да блять. Сейчас опасно может быть, кстати. Назад, 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 это херня, это я знаю. Квен. Так, я не закрыл одну эту. А, она сама закрылась от моей тупизны. Использовать Димитрия бомбу или Ирден. Где-то он сказал, можно пополнить. Ага. Пополнил. Проверяй. В скобочках было написано в спокойной ночи. Ого! Вы видели? Кто-то прыгнул в... Да блять. Попасть бы хоть раз. Ладно, Ирден. Ладно, сейчас. Рано или поздно я попаду бомбой, чем мне там нужно попасть.
Так, сейчас. Не, знаете, я, пожалуй, возьму бомбу, попробую еще. Попробую еще раз. С бомбой чуть больше шансов. Не могу бежать, у меня стамины нету. Хорош. Сейчас. Блять, сейчас. Паркур, мой бог, не работает. Я кидал бомбы в одну сторону, смотрел в одну, он кидает их в другую. Это нормально? Что-то рипнется из-за моих бомб. Это главный? Понеслась. В Иркутске заморозки. А, вот как это происходит. Точно, так же и в начале было. Эй, Трайчи, ну, жаль тебя разочаровывать, но... Скоро все закончится. Так, пострадал только я, видимо, потому что наиболее близко к ним был. А почему весь им... А, ну у него его греет его настоечки. А Цири просто уникально. В этот раз ты от меня не уйдешь. Фак. Давай, охотой крепкой, дышни на него. Весик, красава. Если бы ему не продуло спину от меня... Что вообще легчайше он блокирует. Бля. Нет, 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 нет. Нет. Имлерих. Они ее так заберут. Как же он красив. Она тебя не бросит. Я не думал, что у него есть человеческое лицо. Так непрактично. Как же он похож на чувака из Прометея. На людей. Сверхлюдей, точнее. Цири! Нет! Бросай свой меч, типа. Запрещаю! Ну что ты делаешь? Он же все равно умрет. Может, какой-нибудь магии долбанешь их мощно, что-нибудь такое? Вечно ты никого не слушаешь. Мне всегда это нравилось. А, бомба! А, я... если бы он достал бомбу и взорвался к херам. Потеряли деда. Больше не будет его ворчаний, указов и команд. Я буду по этому скучать. А вот сейчас она и бомбанет. Нет? За Орду! Ё-моё. У нее какие-то суперспособности обнаружились. Спелл, который никто не ожидал увидеть. Услышать. Лагает, как советский телек она. Что-то уже не так, на самом деле, эффектно.
Это долгая-долгая прелюдия к 10-часовой версии. Ад! 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 Винта! Ад! Ад! Минус Скайр Морхен, видимо. Да и пол горы, наверное, вместе с ним. Блин, как же она реально долго орёт. У Экселя музыкальный вкус не очень совпадает со вкусом Да, ты поняла. Вы поняли. Кому я сказал, ты поняла, интересно. Ага, вот и проснулся спаситель вечный. Он, видимо, знает, что это такое, потому что никто не в курсе. Пока они лежат, можно разморозить вечера и зарубить нахрен дикую охоту. Мне теперь захотелось послушать от винта. Девятьсот опыта, я сейчас уже 27-й получу от таких бустов. Как в данж сходил какой-то. Нет. Ну, одного мы потеряли. Чё там кустик? Сейчас тут трогательный момент для меня. Прям битва за Азерот. Меч, который он вечно натирал. Конец дороги старого ведьмака. Пора на покой. Я не успела ему помочь. Это не твоя вина. Ну, чисто как бы технически. Я не должна была бежать в Каэр Морхен. Авалак слаб, но жив. Трис перевязывает остальных. Авалак жив. Я чуть не убила вас. Чуть не убила всех. Я ухожу. Мне нельзя здесь больше оставаться. Жаль, что я не умею плакать. Блять. Что за долбанное предложение? Каким вообще способом он пришел к тому, чтобы подумать, чтобы сказать это предложение? К чему оно вообще должно привести? Что значит «жаль, что я не умею плакать»? Я даже не могу понять, что это должно значить. Если бы не ты, мы были бы уже мертвы. Нет, Геральт. Если бы не я, дикая охота никогда не пришла бы в Каэр Морхен. Это двойные стандарты. Эта логика не работает. Если бы докабы, на жопе росли бы грибы. Весемира. Знаете такую поговорку? Весемир эту поговорку знал, кстати, потому что это она очень старая. Эх. После смерти Весемира даже текстурки стали хуже, по-моему. Все стало более серое, угловатое. Предыдущие поколение видюх. Интересная катсцена была. А, это просто нарезки из некачественных кадров игры. Это я люблю такое, да. Пустой Каэр Морхен без своего самого старого жителя. Без своего деда. Без своего духа. Пожухлый лист.
его любимые цветы, из которых он варил ромашковую настойку. Я бы ему стопарик еще на грудь положил, как то. Причем он был очень хорош, ради чего жил. Весемир Вячеславович Голицын. Имя твое не будет забыто. Баня твоя не будет затоплена. Склады алкоголя твои не будут испиты. Это то, что навеки останется в Каэр-Морхене, пока последний его камень не исчезнет с лица этой земли. Не винись. Ни один ведьмак не убил. Чё это, блядь, за звуки? Заебись. Диман начал ретрансляцию какого-то другого квейкера. Мефлю рубился стрим. Когда ради тебя умирают. Блин, это была такая речь уже, я там приготовил. И тут... Мы все знали, на что идем. Ладно. Да. И спасли меня. Просто запороло все. На неделю, на год. Мы спрячем тебя. Представим, что Весемир в следующей жизни переродился, стал квейкером, и теперь где-то далеко-далеко, далеко и высоко, в небесах, мы слышим отголоски того, как он катает на слэш. Его ждет хорошая жизнь профессионального киберспортсмена. Quake Champions, хоть и недолгая. Где-то там он действительно катает на слэш. По небесам. Рафаэль. Курва. Для тех, кто остался, смерть никогда не должна быть важнее жизни. Проститесь с другом. Когда закончите, соберемся на совет. А что тут главное теперь? Ух ты, как он горит. Все ведьмаки так горят. Он прям как этот. Как полено огромное горит. Как магмодемон какой-то. Я всегда буду помнить твои уроки и твою жертву. Well, жаль было, конечно, потерять Весемира, но что поделать, такова плата. Кто-то должен умереть в видеоигре. Ладно, ребят, я сохранюсь, совет уже в следующий раз, я думаю, надо с новыми силами подготовиться. Сейчас мне нужно время наедине, немножко поплакать. А вот в следующий раз посмотрим, что нам делать дальше. Я потому что понятия не имею, собственно, как нам теперь с этой дикой охотой чуть... Ну, мне кажется, этот эльф нам все распишет на бумажке, что куда потом. Потому что он явно самый умный из нас. Вот. Ну, не знаю. Хорошо поиграли, кстати, реально. Богато. Богато на события. Столько всего. Мне понравилось. Ладно, мне тоже пора спать. Уходить на покой. Немножко... Ване поплакать, как я уже сказал, в тепленькой, по крайней мере. Я думаю, за Весемира я даже готов завтра купить охоту крепкую в среду. Выпить в среду пиво. За Весемирыча. За нашего. Включай видос, ну давай. Блин, я не могу ее включить, кстати, потому что у меня чат не открыт на этом. Я могу ее включить на втором компе только. Когда следующий стрим? Не знаю, не знаю. Может, пятницу, может, субботу. Может, на этой неделе больше не получится, честно. Никогда не угадаешь. Кустик, сорян, я посмотрю сейчас на втором компе, на этом не могу просто. Слишком грустно. Ладно, ребятки, всем большое спасибо, что пришли. Хорошо посидели. Увижу вас в следующий раз. До новых встреч. Завтра четверг? Серьезно? Класс. Значит, немножко осталось до выходных. Ладно, давайте, ребята.